Привет, дорогие мои друзья и подписчики! 100 лет 100 зим, с вами мы не виделись. И вот, наконец-то, вновь она, я здесь, вернулась к вам. Что ж, давайте сходим с вами в Костко все-таки. Не забудем, зачем мы здесь собрались. Так что мы идем с вами в Костко, смотрим, какие новинки, корзина, что куплено, сколько потрачено. И встретимся уже с вами в следующем видео. А я вас хочу попросить писать комментарии, вопросы. Буду рада ответить. Все. Всем пока. Увидимся в комментариях. Наслаждайтесь просмотром. Значит, так, теперь здесь у нас получается пантин, роузвотер. У нас и сульфат-фри шампу, и кондиционер. Но без сульфатов это сегодня большинство шампуней. Это очень хорошо, это лучше, чем сульфатные обычные. По цене, в общем-то, $17 за две банки, это хорошая цена. Что я здесь хочу смотреть? А без парабенов, да. Без минеральных солей, без силиконов, без сульфатов. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот мы здесь это все можем видеть. Вот здесь. Ну, в общем-то, набор хороший. Я думаю, что даже и для вьющихся подойдет. Restoring Moisture Milk. Да, то есть это очень увлажняющий, хороший шампунь. Вот у нас состав здесь. Вот. Ну, по составу выглядит очень прилично. Очень прилично. Так что вот, ребята, вы спрашиваете, в принципе, неплохой. 16,99. Неплохой. L'Oréal это скорее более для окрашенных. Этот подойдет и для натуральных. А Марк Энтони, что у нас тут? Ну, мы знаем, что Coconut и Shea это обязательно увлажняющий всегда. А вот, читаем, для сухих, поврежденных волос. Apply to wet hair, leather and rinse. For best result, use coconut shea butter candy. Да, я тоже буду говорить, что это для вьющихся очень даже может подойти. Потому что все, что увлажняет волос, мы всегда хотим вьющиеся волосы. Или кудрявые, или кучерявые волосы. Вот даже на картиночке нарисована кудрявая девочка. То есть это для, я думаю, все-таки больше вьющихся волос порекомендую. Вот. Ну и все. Остального здесь не о чем говорить. Вот еще у нас здесь есть профессиональный Nexus, профессиональная фирма. Вот, это кера, то есть идет с керафикс, то есть с кератинами. Мы понимаем, что это протеин и кератин, это одно и то же слово. Для damage healing, для восстановления, лечения поврежденных волос. Это реально профессиональный бренд. За 30 баксов две бутылки, это уже, вы понимаете, серьезная цена. Но я скажу так, это для окрашенных и реально очень убитых волос. Подойдет, подойдет. Вот такая рекомендация. Не пробовала, но я знаю эту фирму, знаю этот бренд. Могу только хорошие вещи сказать. Возьму сардины. Сардины. И в Африке сардины. Берем сардины, идем дальше. Так, туна мне не нужна. Рисы, макароны мне не нужны. Любит наша семья оливочки, поэтому я возьму оливочки все-таки иногда по баллам. Тем более в Коско я уже давненько не была, наверное, месяца полтора. Так что возьмем зеленые оливочки. Вот эти штуки я так и не пробовала. Stuffed Peppers. Это маленькие перчики. 9,99. Я как-то видела, они были в другом, по-моему, другой фирмы. Я не брала, но я не буду, потому что такая еда, вот это буду есть только я такие вещи люблю. Но, естественно, в основном я, вы знаете, беру то, что ест вся семья. Возьму пиццу. Вот такая вот мука. Возьмем ее. Все, мука готова. Идем дальше. $16. Так,
Манфрут Свитнер 11,49. Значит, вот эритрол продается для любителей. Типа здоровый образ жизни. Но я не люблю все равно сахарозаменители. Потому что это тоже на каком-то этапе начинает работать как сахар. А вот эритрол от Манкфрут. Манкфрут экстракт. Вот что-то еще интересное, новое. Так, фисташковая намазочка. Давайте посмотрим ингредиенты. Где они тут? Вот здесь. А их тут и нету. Я не могу найти. А вот ингредиенты. Фисташки 45%. Так, подождите, на каком языке? Где я читаю? Фисташки, сахар, молочная паудер, экстра, virgin olive oil, other vegetable fat, sunflower oil, cacao, emulsify, soy, lecithin. Ну, неплохо, в общем-то. Сахар, конечно, есть. Интересно, сколько его здесь. Так, носим tablespoon. Ой, супер, конечно, калорийно. Где? Ну, сахара прилично. В общем, очередная замануха. Не, неинтересно, неинтересно. Так, это еду возьму, он любит. Peanut butter — это наше все. Мой подросток без этого не живет. Так, колбаску для бутербродов я уже не беру, потому что у нас уже немножко мы по-другому. Бутерброды я детям готовлю. Я вам, кстати, покажу, как что я им готовлю. А европейские эти сосисочки, может, на завтрак взять. Мы с Костей любим. Наверное, я возьму, нас побалую. Давненечко я их не брала. Колбаску домашнюю я возьму, а это я не буду брать. Вот это я возьму тоже на завтрак. Нас побаловать вот так вот. Так, намазочки эти я не беру, сыр я не беру, я уже это все по-другому делаю. Я вам покажу, что я собираю на завтрак. Дочечке своей даю йогуртик. Тоже вам покажу отрывочек завтрака. Вот 2 литра возьму. Я сейчас беру в больших банках и накладываю в тарелочку. Это 2 литра получается за $7. Ну, неплохо. Ванильная она любит как раз. Так что вот, да. Chicken breast 26,
долларов, а я беру чикен брест филе 2 килограмма и хватает, вот они маленькие там, и я по несколько выкладываю и делаю. Так, хэдок филе уже 22,99 он стал. Был, конечно, он что-то в районе 18. Цены поднялись. Так, и вот Rainbow Trout мой. Красная рыбка. Детки любят. Мы берем. Иногда у меня есть такие рыбные месяцы, когда больше рыбного в нашем рационе. Так, возьмем к нашему хэдуку, возьмем еще и Rainbow Trout. Вот, 300 кило. А, вот и рыба. И куда же мы без яиц? Уже яйца по 7,50, а были времена по 5,99. Ой, чуть не упали. Были по 5,99. Все, времена те прошли. Канули в леты. Нету больше этих цен. Хумус по вкусу. Вот такой. Со вкусом, видите. А значит, еще какой? Соль, винегрет. В смысле, винегрет — это, вы знаете, что, да, это уксус. А значит, со вкусом огурца, со вкусом кетчупа и со вкусом барбекю. Намешали вот таких вот 4 хумуса. Ну, я врать не буду, что у меня дети простой, если что, любят. Вот такой простой. Хотя он достаточно плотный, его не все любят. Есть люди, которые любят более воздушный, взбитый. Но я не буду брать сегодня, потому что сейчас он у меня не очень хорошо в семье идет. Почем вот этот хумус стоит? Артишок есть, а хумуса цены нету. Просто интересно, да. Ну вот придумали. Даже вот такая вот интересность. Сейчас зима, свежих не всегда салатов наделаешься. Мы зимой больше кушаем всякие вот такие салатики. Вот этот Мойшес — неплохой салатик. Тут не совсем такой, такой вот плохой состав, очень даже приличный. Фирма хорошая, мы их не огурчики тоже любим. Ну, вот сегодня возьму капусточку, 5,99. Стали Коска, я вижу, уже появляться суши. Вот Калифорния ролл, кстати, мои любимые. Вот такая упаковочка. Потом, значит, есть самаки сет 14,99. Вот такие. И суши сет 26,90. Вот такие сушики. Но придется, я думаю, что-то мне, наверное, взять. Наверное, возьму вот эти. Ням-ням-ням. Беру. Творожок, туда же без творожочка, творожок. Вот еще такие наборы продают. Вот так можно взять и принести домой покушать. Есть еще такой. Юнит прайс 7,99 за 2 килограмма. Вот 17,43, свежий соломон. Ой, я, может, его возьму, сразу его запеку. Какие-то пайнберрис. Выглядит как клубника, но почему-то белая. Не знаю, странно, не видела такого еще. Интересно так, как будто пластиковая. Pineberries. Сегодня возьмем что-то другое. Я эти никогда не брала. Пальмовые листья. Возьмем их. Слоеночки такие. 6,99.
А я, кстати, курочку взяла еще. Но это ляшечки. Только лишь не курица, а ляшечки. 12.39. И берем сладушки. Вот такой сегодня у меня кайфовый набор. Вот продукт в Израиль. Помелочки. Красные помелочки внутри. 6.88. Такие вот сладкие. Только я недавно была в Израиле, ела эти помелочки. Ела. Было дело. Но брать не буду. Мы любим такие желтые. Вот сегодня у нас Starbucks 54, значит, скидка 29. А я возьму себе этот кофе. Кюрк у меня такая машиночка. Я беру. Берем. Ну что, мы уже на кассе. Будем смотреть, что набрали. Ну что, дорогие друзья, мы закончили. Значит, так, приговор $288. При том, что особо свежего я ничего не брала. Но зато взяла... что я взяла? Курочку вкусную. Мы сейчас покушаем с детками. Как раз они со школы придут. И суши покушаем все. Вот такой у нас будет обед. Вот. Ну, вот мы побывали с вами в Костке. Давно не бывали. Так что очень рада, что взяла вас сегодня с собой. Буду опять брать почаще. Обещаю.